Одно из самых малоизвестных и малоизученных событий Великой Отечественной войны произошло в сентябре 1944 года в Арктике, на побережье Карского моря. Метеостанцию мыс Стерлигова, обеспечивающую проводку судов с военными грузами по Северному морскому пути, на несколько дней захватил десант с немецких подводных лодок. Немцы рассчитывали застать врасплох радиостанцию и нанести серьезный удар по советским военным арктическим перевозкам. Полярная станция мыс Стерлигова начала работу в 1944 году. Название она получила в честь российского мореплавателя Дмитрия Стерлигова, участника Великой Северной экспедиции 18 века. В месте, где расположена станция, в Карском море впадает речка Ленивая, образуя находящееся на возвышении мыс удобное место для поселения полярников. Морские берега здесь скалистые, окрестности станции тундра с небольшими холмами. Место труднодоступное, но очень подходящее. С него станция давала устойчивый радиосигнал, а наблюдатели могли отсюда за час увидеть подходящее к берегу судно. Она обеспечивала метеоданными суда, проходящие по Северному морскому пути. Зоной ее ответственности был участок между расположенной восточной станцией мыс Челюскин и лежащей на западе Диксоном. С началом войны значение станции возросло еще более. Северный морской путь был одной из главных трасс перевозки стратегических военных грузов из США и Британии в Советский Союз. От станции могла потребоваться и погодная сводка для самолетов, перегоняемых на фронт через Сибирь из Аляски. В довоенное время ее радисты отправляли метеосводки 4 раза в сутки. Во время войны радиообмен вырос в разы. В войну на всех полярных станциях была усилена охрана, организованы так называемые посты службы наблюдения и связи. Однако бойцы, несшие эту службу на мысе Стерлигова и, видимо, считавшие его недосягаемой для врагов, вели себя беспечно. Но считать Карское море глубоким тылом оказалось грубейшей ошибкой и недальновидностью. Немецкий военно-морской флот еще в 1942 году провел операцию «Страна чудес», рассчитывая разгромить советское судоходство на Севморпути. Гитлеровские подводные лодки, действовавшие группами «Волчьи стаи», нападали на отдельные суда и морские конвои. Субмарина У-251 расстреляла полярную станцию на мысе Уединения, а тяжелый крейсер «Адмирал Шейер» в августе 1942 года даже атаковал порт Диксон, что на севере Красноярского края. Продолжились атаки в 1943 году. Однако, когда в 1944 году советская армия стояла на пороге Германии, в Карском море стало спокойнее. Иллюзия глубокого тыла, которой предался дозор на мысе Стерлигова, в сентябре обернулась слишком большими бедствиями и едва не закончилась катастрофой. В Карское море вошли по меньшей мере 3 немецкие подводные лодки У-711, У-957 и У-739 из группы «Грейв». 24 сентября, а по некоторым данным в ночь на 25 сентября, десант с субмарин атаковал полярную станцию. Интересно то, что в морских операциях эти субмарины масштабного успеха не достигли, ставили мины, потопили 2 небольших судна. Нападение на станцию мыс Стерлигова вызывает много вопросов. Было ли это желание немецких офицеров добиться хоть какого-то успеха? Не исключено, что стояла задача разведать, а затем и оборудовать базу на Таймыре, тем более что трасса Севморпути проходит рядом с берегом в районе мыса Стерлигова, что делает суда уязвимыми для атаки со стороны берега. В 1990-е годы доктор философских наук Лев Винсковский
в 1944 году, работавший на станции радистом, написал письмо на мыс Стерлигово. В нем он вспоминал обстоятельства тех событий. Включил передатчик и услышал шаги на ступеньках у входной двери рубки. Не успел я подойти к двери, как она распахнулась, и на меня набросились с криками люди в меховых куртках. Сбили с ног, затем поставили лицом к стенке, что-то начали спрашивать. Тут я уловил немецкую речь и понял, что это немцы, писал Венсковский в письме на станцию. В воспоминаниях адмирала Арсения Головко сообщается, что немецкий десант состоял из 25 автоматчиков, помимо которых высадились помощник одной из подводных лодок, боцман и переводчик, до войны ходивший на судах советского северного морского пароходства. По немецким источникам операцию лично организовал командир У-711 Ганс Гюнтер Ланге. Подводные лодки укрылись на дне в бухте ложных огней. На станции находилось 7 человек, начальник станции, он же радист и механик, Подладзинский, заведующий посадочной полосой для гидросамолетов Бухтияров, радист Винсковский, метеоролог Марков и трое краснофлотцев в качестве поста службы наблюдения и связи. Григорий Бухтияров и краснофлотец Нагаев в момент нападения были в тундре, выполняли задания по поиску и обезвреживанию выброшенных на побережье мин. Бухтияров – опытный каюр и охотник. Вскоре вернулся на станцию и тут же угодил в плен. Сотрудников станции заставили по-прежнему выходить в эфир, передавать метеосводки. Немцы затеяли радиоигру, стараясь выманить на себя советские суда, узнать информацию о конвоях. В эти дни в Карском море должен был идти конвой с 4 транспортами. Адмирал Юрий Пантелеев, командующий Беломорской флотилией, которая в годы войны обеспечивала безопасность морских коммуникаций в западной части Арктики, впоследствии вспоминал, что со станции в течение суток шли запросы о его движении. Эта странная активность вызвала подозрение командования, и к мысу Стерлигова был направлен военный корабль. Полярники пытались в эфире сообщить о нападении и другим способом. Они включили в радиопослание сигнал СОС «Мы в плену», который неопытные радисты в Диксоне не распознали. Тем временем на станции произошли события, заставившие немцев окончательно прекратить радиоигру, так и не получив сведений о движении конвоя. Немцы занимались мародерством. По словам Качкарева, вражеские десантники тащили все имущество, до которого смогли добраться вплоть до посуды и постельного белья. Возили его в бухту ложных огней на собачьей упряжке Бухтиярова. Это было единственное транспортное средство на многие километры вокруг. Бухтияров был опытным полярником. Он неоднократно зимовал на станции и превосходно знал все окрестности. Он убедил немцев, что гораздо удобнее будет перевозить груз не напрямую по короткой, но менее удобной дороге, а вдоль реки Ленивой. Немцы подвоха не заподозрили. Сама возможность побега казалась весьма маловероятной, ведь с одной стороны простиралась еще не замерзшая река, а с другой – море. Дойдя до намеченного места, Бухтияров вывалил груз на землю и вместе с собаками пошел через реку. Собак лед держал хорошо, самому Бухтиярову в нескольких местах пришлось волочиться на животе, держась руками за задок нарты. Выбравшись на противоположный берег, он бросился бежать, держась за нарту. Вспоминал Арев Минеев, бывший в годы войны начальником морских операций Арктического флота в западном секторе Северного морского пути и знакомый с докладом Бухтиярова о побеге. Конвоир, оставшийся на противоположном берегу реки, безрезультатно стрелял беглецу вслед. После этого немцы погрузились на субмарины, захватив оставшихся 5 сотрудников станции, разрушили строение станции артиллерией и навсегда ушли из Карского моря. Одну из подводных лодок десанта, по некоторым данным, потопил у берегов Норвегии английский эсминец.
Бежавшего Бухтиярова и Нагаева обнаружил в тундре пилот советского самолета. Оказалось, что полярник во время допросов воспользовался словоохотливостью немцев, считавших невозможным побег по арктической пустыне, где до ближайшего жилья были сотни километров. По данным адмирала Головко, Бухтияров узнал обстоятельства гибели судна «Норд», район действия подводных лодок противника в Карском море и путь проникновения их. Немцы объявили операцию своих подводных лодок успешной. Превосходная и продуманная спецоперация, проводимая в качестве лидера группы отличным и опытным командиром, сообщает архив немецких подводников. Ну а неудача в охоте за советскими судами была объяснена очередным генералом Морозом, точнее низкой температурой воды, обледенением и магнитными помехами, отмечает историк. Увезенные немцами полярники попали в концлагерь Верцковского, Подладзинского, Уткина и Кондрашова, освободили советские солдаты в 1945 году. После войны Верцковский и Бухтияров участвовали в восстановлении станции на мысе Стерлигов. На этом, друзья, у меня пока все. Подписывайтесь на канал, ожидайте новых публикаций и всего вам доброго.